Я вот сейчас доклад ваш слушал, да, внимательно. У вас, как всегда, все с оценкой отлично, все, так сказать, выполнено и перевыполнено. Вот подскажите, может быть, все-таки есть какие-то у вас проблемы, может быть, где-то в законодательстве пробелы, либо где-то не хватает дофинансирования, или все замечательно? Только потому, что когда выстроена система, вот на всех уровнях, федеральном, региональном и муниципальном, и когда есть полномочия, то выполнение этих полномочий приводит и к нормальному функционированию системы. Конечно, нам хотелось бы, чтобы и средства выделялись нам несколько порядков больше, но мы здесь, конечно же, учитываем возможности нашего регионального бюджета. Спасибо.